Вчера на ужине здесь, в Милайду, мы познакомились с одной парой из Словении. Они летели вместе с нами. И вот вчера мы долго разговаривали о том, что происходит сейчас, о том, что происходило вчера, о том, что происходило 8 числа. О разрушении моста, о бомбардировках. И они рассказывали нам о войне в Югославии. О той войне, которая длилась 10 лет. 10 лет братские народы убивали друг друга. Их родные остались целыми. Они не потеряли никого из близких, но они рассказывали про друзей, которые брали в руки оружие и шли убивать их общих друзей. Это длилось 10 лет. Они из-за Любляны. Я не была в Любляне, но я была в Хорватии. Это был, кажется, 2001 год. И мы с Егором тогда были в местечке Брела. Очень красивое, живописное место на море. И я помню, что я любила перед рассветом, пока еще никто не вышел на пляж, прямо в темноте, ходить купаться в море голышом. И вот однажды плыву я в таком предрассветном темном море и вижу, как ко мне приближается лодка рыбака. Нет, не рыбак это был торговец фруктами. Я его видела накануне на берегу, он торговал фруктами с моря. И вот он, видимо, плыл с утреннего маркета и подплыл ко мне совсем близко. Я отплыла очень далеко от берега и начал пускать мне в воду фрукты, которыми он собирался торговать. Яблоки, груши, вокруг меня плавали виноград, какие-то бананы. Вот. И он так что-то начал заигрывать со мной и говорит: давай мы с тобой, красотка, пойдем как-нибудь кофе выпить вместе. А я ему и говорю: да ладно, какой кофе? Ты расскажи мне лучше про войну. И тут он разулыбался и на борт выложил культю. У него не было ноги. И я была так шокирована. И я говорю: ой, прости меня. А он говорил еще на каком-то очень, ну, понятном мне языке. Он был серб. И я говорю: ой, прости меня, мне очень жаль, что так вышло. Он говорит: да нет, ну что ты, все уже закончилось. Была у меня такая красивая жена, как ты. И ребенок был. Но они погибли под завалами. И вот ноги у меня нет. Может, все-таки пойдем выпьем кофе? И вот я сегодня весь день вспоминаю это темное предрассветное море. Как я голышом в воде, и эти фрукты вокруг меня, и как он с этой своей ногой сидит на борту и улыбается.